Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала, с вами Женя, вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, ответы на любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои и ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Пользуйтесь, все сделано для вас. Немножечко времени. Ваша вера и ваше стремление могут изменить вашу жизнь коренным образом, улучшить ее коренным образом. Поэтому пользуйтесь, все же сделано для вас. Сегодня давайте посмотрим, какие же сюрпризы ждут нас в мае. Что же действительно будет сюрпризом в мае? Ну, может быть, после того, как вы посмотрите это видео, оно уже и не будет сюрпризом, но все зависит от вас, как вы будете это воспринимать. Сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, улыбнитесь. Улыбка меняет жизнь. Чем больше вы будете улыбаться, тем лучше будет становиться ваша жизнь. Ну что, давайте три сюрприза мая. Чего вы не ждете, а скорее всего будет. Ну, первое, что я вижу здесь, что май пройдет спокойнее, чем вы этого ожидали. Видимо, у некоторых из вас такие ситуации, так идет жизнь, что вы постоянно, ну, можно сказать, даже не по стойке смирно, а на взводе. На взводе имеется в виду, постоянно какие-то происходят события, которые не позволяют вам именно быть в гармонии со Вселенной, быть в гармонии с собой или быть в гармонии с окружающими вас людьми. Так вот, май пройдет, и так как это старший аркан, он действительно поможет вам быть уравновешенным. Для вас, да, это, скорее всего, будет сюрпризом, что ситуации начнут двигаться в сторону, в которую вы ожидали всплеска, вы ожидали взрыва, а сюрпризом будет то, что все будет двигаться плавно и гармонично. Это первый сюрприз. Второй сюрприз. Смотрим, второй сюрприз. Ну, а вторым сюрпризом будут при всей гармоничности, при всем балансе будут большие перемены. Будут перемены, действительно перемены, связанные, это может быть как с личной жизнью, так с работой, карьерой, бизнесом, ну а также со здоровьем. И могу сказать, что по соседней карте это будет для вас тоже сюрпризом, потому что вы не ожидаете никаких вообще, как я понимаю, по крайней мере, каких-то глобальных перемен вы не ожидали в мае, поэтому в мае будет действительно что-то трансформироваться. Сейчас могу сказать, что опять это старший аркан, значит, трансформация действительно какая-то серьезная, и по соседней карте, так как это карта спокойная, то трансформация будет сюрпризом, но вы примете это. И, скорее всего, смотря на соседнюю карту, могу сказать, что трансформация будет позитивной, что все, что будет меняться, это будет на благо вам. Поэтому, да, если даже будут какие-то моменты, когда вам будет жалко с чем-то расставаться, поймите, что это на благо вам. Ну и хочу сказать, вот какие-то перемены, которые ждут вас, они будут для вас сюрпризом. Вы не ожидали, что до такой степени
все может поменяться и довольно-таки быстро при всей гармоничности перемен. Я имею в виду, что это не будут какие-то негативные всплески эмоций, при всем при этом сюрпризом будут определенные перемены, которых вы не ждете. Ну и еще, что же третий сюрприз мая? А вот тут вам сюрприз преподнести могут ваши дети. Но сюрприз позитивный, потому что это паж кубков. Паж кубков – это мальчик или девочка, это не обязательно маленькие дети, это могут быть и взрослые дети. И вот тут сюрприз будет приятным по той простой причине, что по этой карте ваш ребенок принесет вам какие-то новости, которые вас порадуют. Принимайте. Вот знаете, что будет сюрпризом? Именно действительно тема новостей, потому что тем много, называть я их не буду. Оставлю хотя бы небольшой элемент сюрприза для вас. Так что принимайте, и я могу точно сказать, что вот и со всеми сюрпризами, которые будут в мае, это будет еще один и приятный, и позитивный сюрприз. Поэтому принимайте.